Друзья, вы смотрите уникальный видеокурс «Хип-хоп быстрый старт». Это видеокурс по хип-хопу для начинающих, для тех, кто никогда не танцевал, ничего не знает про танец. Но, посмотрев этот курс, вы можете научиться. Почему? В этом видеокурсе собраны все необходимые элементы для того, чтобы вы стали танцором. Что это значит? Здесь есть следующие очень полезные и важные блоки. Разминка. Как правильно разминаться. Также то, как слушать и воспринимать музыку. И много-много полезных советов помимо техники. Дальше. Вся техника разбита на 3 ступени. Уровень идет по возрастающей. То есть в первой ступени мы рассматриваем какие-то элементы, самые простые, и делаем пример. То же самое во второй ступени и в третьей. И каждая следующая ступень вытекает из предыдущей. Этот курс вы должны осваивать последовательно, не забегая вперед, не пропуская никакие уроки. Когда вы учите какое-то движение из этого видеокурса, вначале поймите его. И не надо делать сразу музыку. Сначала сделайте его на счет. Это очень важно. И лишь после того, как у вас получилось сделать медленно, лишь после этого делайте элемент музыки. Это вам сэкономит кучу времени, поверьте. Как часто тренироваться? Я тренируюсь где-то 5 дней в неделю, но, в принципе, вам будет достаточно 2 или 3 раза в неделю по 1,5 часа. Этого вполне достаточно, если вы честно подходите к занятиям и повторяете из видеокурса все, что вы учили, а также изучаете его последовательно. Что на себя надеть? Ну, свободная одежда, в которой вам было бы удобно, это какие-то кроссовки, это какие-то штаны и там сверху можно майка. Что ж, удачи вам в освоении видеокурса. Друзья, с вами был я, Саша Дракон. Вы смотрели урок из видеокурса «Хип-хоп. Быстрый старт». Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, то поднимайте на нем пальцы, ставьте лайк, добавляйте к себе его на странице, добавляйте к друзьям его на странице. Ну, а также подписывайтесь на YouTube-канал Dragons Dance Studio и смотрите обучающие видео по аудиосистеме STIS. Меня зовут Саша Дракон, директор танцевальной студии «Школа Дракона». Вы смотрите обучающий видеокурс «Хип-хоп. Быстрый старт». А спонсор этого видеокурса – компания «Пионер», представляющая аудиосистему для танцоров «STIS». Мы переходим к заключительному уроку третьей ступени. И в этом уроке вы узнаете одну очень интересную вещь. Кач может быть не только прямым, то есть не только вверх-вниз. Я думаю, вы уже об этом догадывались. Кач может быть и на кольцах, то есть круговой кач. И мы рассмотрим в этом уроке именно варианты этого кача. То есть он никуда не девается, но вот именно сам грув. Но при этом добавляется вращение. Например, начнем с бедер. Итак. Вот у вас идет движение, да, бедром, например, вращение. И я добавляю вертикальную составляющую. Пум, 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 да? Или же вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте попробуем сделать эту музыку. Пять, шесть, семь, восемь. Также помимо бедер вы можете добавлять кач в движение грудной клеткой. И здесь может быть много вариантов. Мы рассмотрим один из них. Например, вот такое движение, как кольцо. Раз, два, три, четыре. То есть я ухожу в бок, ухожу вниз, ухожу в бок, ухожу вверх.
То есть круговое движение. Раз, два, три, четыре, пять, бум, семь, бум. То есть видите, что движение у меня неравномерное вот такое, а с акцентом. Вот это и есть тот самый кач, который прорвался в кольца. Сейчас сделаем вместе. Молодцы. Давайте я вам дам еще пару интересных примеров. Начнем с кольца, которое вы уже делали в разминке, с горизонтального кольца. Разумеется, на нем тоже можно спрятать кач. Давайте попробуем найти. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, бум. С акцентом. Вот. Добавляйте вот эту вот упругость. Монотонное движение. И вторая вещь, которую я вам покажу, это кольца на колени. То есть у вас пум, раз, пум, два, пум, да, акцент. Вообще вот эти штуки, их очень много можно встретить в таких стилях, как бугалу, когда там именно идет вообще вертикального кача, там прямого фактически нет. А есть такие вот диагональные качи и качи, связанные с роллами, да? То есть и вот эти техники, они очень интересные, они здорово разнообразят танец. Окей, давайте попробуем ногами сделать. Раз, два, три, четыре. И в качестве примера мы сейчас сделаем с ногами следующий вариант. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть получается, что у вас вот это вот кольцо развивается и выносит ногу, да? И потом уже обычные два вертикальных кача. Попробуем сделать это в музыку. Пять, шесть, семь, восемь, три. Используйте разнообразные круговые качи для того, чтобы улучшить свой танец. Начинайте с бедер, продолжайте грудной клеткой и переходите к ногам. И я уверен, ваш танец станет более интересным, более тонким, более запоминающимся зрителю. Друзья, с вами был я, Саша Дракон. Вы смотрели урок из видеокурса «Хип-хоп. Быстрый старт». Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, то поднимайте на нем пальцы, ставьте лайк, добавляйте к себе его на странице, добавляйте к друзьям его на странице. Ну, а также подписывайтесь на YouTube-канал Dragon's Den Studio и смотрите обучающее видео по аудиосистеме STIS. Для того, чтобы вы поняли, с кем имеете дело и как я преподаю, я сейчас вам объясню один базовый, несложный элемент хип-хопа, который у вас обязательно получится. Для того, чтобы вы прямо сейчас убедились в том, что танцевать это легко и просто, я хотел бы продемонстрировать вам одно маленькое базовое движение из хип-хоп, которое называется criss-cross. И мы сейчас его выучим вместе с вами. Итак, исходное положение. Ноги чуть шире плеч. Немного согните колени, чтобы было удобнее двигаться. Затем, смотрите, правая нога идет вперед. Левая нога идет назад. И таким образом мы скрещиваем наши ножки. Вот так. Затем возвращаемся в исходное положение. Затем снова у нас левая нога идет вперед, правая нога идет назад. И мы скрещиваем ноги. Возвращаемся на исходное. Все просто, все элементарно. Попробуйте, попробуйте прямо сейчас. Позже, когда у вас уже будет получаться, вы сможете делать вариации движения. Скажем, вы, например, сможете поменять направление. Или разбить движение на несколько составляющих. К примеру. Все очень просто. Все очень круто. Я верю в то, что у вас получится. Приходите к нам. Для того, чтобы попасть ко мне на занятия, просто перейдите по вот этой вот ссылочке вверху.
или по ссылочке внизу. Не стесняйтесь, даже если у вас нет никакой подготовки, если вы раньше никогда не пробовали, поверьте мне, у вас безусловно все получится. Увидимся.